усваиваться минеральные вещества. Uh-huh. Это нам тоже не нужно. То есть, которые вот обезжиренный творог, и, в принципе, его есть бесполезно, конечно, получается, абсолютно. Да? Uh-huh. Так, а что еще? Вот вы назвали мясо грудки, да? Грудки, рыбу, мясо, творог. То есть, белковое блюдо, где-то по 100 грамм, вот так вот, так же дробно мы едим. Uh-huh. Но это, в принципе, можно на этом выдержать, но это все равно голодно. Лучше к этому добавлять овощей где-то по 100-150 грамм, которые мы обсудили. Это будет идеальная разгрузка. Угу. Вес будет на ней уходить, и вы не будете чувствовать голод. Вообще, количество употребляемой жидкости, когда мы худеем, насколько это важно? Ведь рекомендуют 1,5-2 литра пить именно чистой воды, не считая там супов или чая, кофе. Это на самом деле так важно при похудении соблюдать вот этот питьевой режим? Да, это важно. Почему это так? Вот вода важна для нашего организма? Жировая клетка адипоцита на 90% состоит из воды. Но если в организм вода не поступает извне, вот чистая, он свою воду ни за что не отдаст. Поэтому, чтобы обмануть эту клетку, мы пьем, и она, ну, можно так сказать, худеет. Ага, и отдает делится. Свою воду, да, и потом просто случаются и уходят. Хорошо, по питанию мы поговорили. Если этого придерживаться, можно правильно и вот при сбалансированном питании похудеть. Что касается физической нагрузки, насколько она важна при похудении? Ведь если женщина должна потерять там 20-30 килограммов, у нее большой очень вес, и как идти в тренажерный зал, чем заниматься, какой вид спорта выбрать? Вот здесь посоветуйте что-то. Неудачно выбранный поход в спортклуб может вообще напрочь отбить желание ходить куда-либо заниматься спортом. Да, абсолютно верно. Диета, терапия – это только 50% успеха. Остальные 50% – это, конечно, физическая активность. Физическую активность мы также подбираем индивидуально, в зависимости от того, какой степени ожирения пациент, насколько у него адаптирована сердечно-сосудистая система к этим нагрузкам. Mm-hmm. Поэтому тут тоже все очень индивидуально. Но такой общий принцип. Заниматься надо ежедневно не менее 45 минут. Ежедневно. Это очень важный принцип. Да. Потому что первые 30 минут жир не уходит. Происходит кардиоадаптация. Это пульс, давление налаживается, дыхание. Mm-hmm. А с 31 минуты, ну так условно, начинает сжигаться жир. Поэтому это надо делать каждый день. Хотя бы для себя любимый 45 минут в день выделять надо. Что это за спорт? Вот что лучше всего для похудения? Кардиозал, тренажерный зал или какие-то бассейн, другие виды спорта? Ну, чем выше вес, это, конечно, в первую очередь кардио. Кардио-тренировки. Нам главное не навредить. А если это избыточная масса тела или ожирение первой степени, это может быть фитнес, аэробика, колонетика, статические нагрузки, плавание, танцы. Но обязательно, чтобы физическая активность приносила удовольствие. Если вы будете работать только на результат, вот у меня вот похудеть и все, и не будете получать удовольствие в процессе, то это срыв. То есть в любом случае при правильном питании, при нагрузке физической важно эмоциональное состояние женщины, да, насколько конечно. Она с желанием, с активностью, смотивирована, да, какой-то нагрузкой делает это. Да, абсолютно верно, потому что даже женщины в депрессии худеют намного медленнее, но там свои гормональные закономерности идут, поэтому надо обязательно быть в хорошем настроении, так вес будет уходить быстрее. Еще вот о мышечной ткани хотелось бы задать вопрос по поводу физических нагрузок. Если женщина имеет очень много мышечной массы, но все-таки хочет похудеть, каким образом здесь ее строится правильное питание? Вообще зависит ли питание от соотношения жировой и мышечной ткани? Конечно, зависит. Чем больше мышц у женщины, тем больше белка мы даем на эти мышцы, чтобы они при похудении у нас не распадались. Потому что это очень важно. У нас цель не сколько потерять вес, сколько потерять жир и сохранить мышцы. Поэтому тут даже надо смотреть не сколько на цифры на весах, а на объемы. Как объем уходит, да, и здесь уже будет вот эта точка счета. Конечно, да. Ну что ж, у нас, к сожалению, время беседы подошло к концу. В завершении пожелайте что-то нашим милым дамам. Если они только настроились похудеть или худеют, срываются постоянно, что главное не упустить при похудении? Главное, это первое, оптимизм, конечно. То есть подходить к этому надо уже с удовольствием и сознанием того, что у вас это получится. Потому что очень много хороших результатов, очень много положительного опыта в этом плане. У вас все получится.
Спасибо. Спасибо за советы и участие в нашей программе. Приходите к нам еще. Но мне осталось напомнить, что в гостях у нас сегодня была врач-диетолог клиники НИИ питания Российской академии наук Ольга Петриман. Спасибо большое. Ну а мы не прощаемся, через пару минут встретимся вновь.